Накануне утром не стало участника фабрики звезд Пьера Нарцизза. О последних днях жизни исполнителя рассказала его бывшая жена. Утром 22 июня на странице бывшей модели Валерии Калачевой появился пост прощания с ее экс-возлюбленным Пьером Нарциссом. Девушка благодарила мужа за прекрасную дочь и годы, прожитые вместе. Певец ушел из жизни в возрасте 45 лет. Валерия рассказала, что Пьер Нарцисс скончался в больнице. Его сердце не выдержало предстоящей операции на почке. Оказалось, что артист испытывал серьезные проблемы со здоровьем уже не первый год. Дома он всегда держал ингалятор, поскольку давно замечал у себя симптомы бронхиальной астмы. Этот прибор Валерия нашла в его квартире. Вдова певца сообщила также, что из-за этого недуга она не сразу обратила внимание на признаки острой почечной недостаточности. Когда Пьер все же попросил медицинской помощи, помимо проблем с почками, врачи неожиданно обнаружили нюющую подагру и проблемы с сердцем. Требовалась срочная замена одного из клапанов, а артиста при этом направили на операцию. Перед операцией звезду ввели в искусственную кому, но сердце такой нагрузки не выдержало. По словам экс-супруги, медики сделали все, что смогли, однако спасти 45-летнего Пьера Нарцисса так и не удалось.